Сегодня уличная еда переживает свой ренессанс повсюду в мире. И на израильской улице полно еды, от которой у прохожих текут слюнки. Чтобы познакомиться с кухней знаменитых придорожных кафе, отправимся в Яфу, где можно недорого поесть в любом из них. Неофициальным национальным израильским блюдом является фалафель – шарики из сдавленного турецкого гороха, нута, бобов и пряных трав, жареных во фритюре. Он сытный, он вкусный, он хрустящий, и он очень дешевый. Я думаю, что на фалафеле выросли целые поколения израильтян. Фалафельные у нас на каждом углу. Но сегодня на улице у фалафеля есть серьезные конкуренты. Например, шуарма – ломтики мяса, индейки, цыпленка или ягнятины, срезаемые с огромного конуса мяса, вращающегося на большом вертеле. Положите его в питу, добавьте салат, хумус и тхину и приятного аппетита! Или просто отправимся полакомиться хумусом. Израильтяне обожают эту намазку, которую готовят из турецкого гороха, тхины, лимона, оливкового масла, соли и чеснока. Хотите поесть, как местные жители? Возьмите кусочек питы, зачерпните им хумус и отправьте все это прямо в рот. А можно попробовать сабих – сэндвич с жареным баклажаном, крутым яйцом, салатом и маринованным манго, известным как амба. А шакшука? Нигде не готовят ее лучше, чем у доктора Шакшука. Доктор Шакшука – это легенда Явского рынка. Приходите туда и попробуйте это блюдо из яиц пашот и острого томатного соуса. Приятная атмосфера, отличная еда, приемлемые цены. Три составляющие успеха. Наши вкусные приключения продолжаются. Мы идем в булочную Абулафия, где днем и ночью толпится народ. Все знают, что именно здесь можно купить отличного качества хлеб и выпечку. А ведь есть еще бурекосы – слоеные пирожки с аппетитной начинкой. Какая именно начинка в пирожке, можно узнать по его форме. Треугольный с грибами, квадратный с картошкой, круглый со шпинатом, а бурекос в форме полумесяца с сырной начинкой. Хотя еда в уличном кафе не занимает много времени, цена ее несравнима с ценой фастфуда. Так называемая быстрая еда – фастфуд. Возникла как часть шоферского быта и соответствующего образа жизни. Это еда заводского приготовления. Это коммерческий продукт. Тогда как настоящая уличная еда предназначена для пешеходов. Ее готовят на месте. Она всегда свежая, натуральная. И она всегда состоит из блюд местной кухни. Сладкоежки должны обязательно попробовать малаби. Это молочный пудинг, ароматизированный розовой водой, украшенный кокосовой крошкой и посыпанный измельченным арахисом. Или куртуш, ставший всеобщим любимцем израильской улицы. Это венгерский торт, переделанный на израильский лад. Берем очень тонко раскатанное тесто, наворачиваем его на шпажки и выпекаем, а затем карамелизируем шоколадом, халвой или ванилью. Если с уличной едой возникает какая-нибудь проблема, то это проблема выбора среди бесконечного разнообразия блюд, которые нужно попробовать. И хотя еда уличных бистро знает свое место в общественном питании, сегодня ее популярность велика как никогда. Как говорят на иврите, «бетеавон» – приятного аппетита!